хотел бы поздравить и Бабичева, и Игоря Степанова с их дебютом в таких в официальных турнирах в качестве тренеров сборной Латвии. В этом году произошло такое нововведение. Раньше у нас всегда были тренеры юношеских команд Латвии, тренеры хорошие, опытные, но тренеры, которые совмещали работу в клубах и в сборной. В этом году впервые у нас освобожденные тренеры, они очень много времени занимаются, и Владимир Бабичев, и Игорь Степанов, они занимаются селекцией, они занимаются по программе УЕФА Гол 4 сбором, регулярным сбором футболистов в Стайцеле, и вы знаете, их работа уже заслуживает хорошей оценки. И вот этот турнир, который они оба провели, игры были в Стайцеле, там великолепная база футбольная, она показала, что, ну, в принципе, задача была не выиграть любой ценой, такой задачи нет, но результат матчей и результат турнира – это отражение твоей работы, качество твоей работы как тренера. И очень приятно, что и одна команда U19, и U17 показала себя на этом турнире очень хорошо. Это были дисциплинированные, там были свои лидеры. Там команда, например, Владимира Бабичева в первой игре против сборной Литвы, проигрывая 0-1, сумела переломить игру, они сравняли счет, и затем, когда у нашей команды удалили вратаря за фол последней надежды в десятером, они не только, что мне понравилось, не только оборонялись и достаточно грамотно, но и атаковали, и могли забить гол. То есть они затем одержали победы в следующих играх, и я думаю, что они заслуженно стали чемпионами Балтии. Знаете, у каждого... Вот в это же время проходил чемпионат Европы. Конечно, большое внимание там. И очень важно, чтобы наши игроки, которые играют в майке сборной, они научились выигрывать самые важные, самые нужные игры. Тогда когда-нибудь и вот эти наши 19-17-летние ребята, они будут на таком же форуме чемпионате Европы или чемпионате мира. И очень важно идти по ступенькам. Вот для них, да так же, как и для национальной сборной Латвии, важно выиграть сначала свой чемпионат, а это чемпионат Балтии. В этом году нам это удалось, и мы вот среди 19-летних и в национальной сборной мы выиграли турнир. И, конечно, в эйфорию впадать нельзя, в эйфорию, так сказать, впадать, но то, что мы выигрываем, то, что мы лучшие в этом регионе, это только хорошо, это только плюс. Поэтому, и что касается U17-летних, они тоже сыграли очень достойно. Я видел их игры, и там вырисовывается команда. Я хочу пожелать и Бабичеву с 19-летними, и Игорю Степанову с 17-летними. Уже осенью они будут участвовать в отборочных матчах чемпионата Европы. Удачи, и продолжать совершенствовать команду, и игру, и коллектив.